На конкурс Давай. дети читают стихи. Лойченко Олеся, 5 лет. Стихотворение «Пусть будет мир». Автор Ольга Маслова. Как надоели войны на свете, гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут. Плачут комбаты. Хочется крикнуть: люди, постойте! Войну прекратите! Живите достойно! Гибнет природа и гибнет планет! Но неужели вам нравится это? Война — это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где правит война, никому нет покоя. Я вас призываю, на всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пускай солнце лучистое всем нам сияет. А вот никогда и нигде не бывает.